Вышел погулять, встретил друзей, заглянул в бар. Примерно так говорят подростки при встрече с сотрудниками полиции. Но такие легенды вину не смягчают. Употребил спиртное, последует административное наказание. С начала года во Фрунзенском районе Саратова выявлены более 20 подростков в состоянии алкогольного опьянения. Что за повод был сегодня выпить? Да просто с друзьями погулял и все. Что потреблял? Пиво на 5. Родители не знают где. Не знают о местонахождении детей и родители вот этой пары. На 18-летнего молодого человека, выпивающего алкоголь за компанию с несовершеннолетней, составили протокол по части 1 статьи 6.10 КОАП РФ. За дочь понесут наказание родители. Так, идем в отдел полиции, звоните маму или папу, кто-то из вас, из ваших родителей приезжает в отдел, сейчас. Берет с собой свой паспорт и ваш паспорт. Пожалуйста, выпишут вам. Фотографирую молодого человека с этим. Вам выпишут протокол, возьми, и родители вас заберут. Мне название было видно. В рейдах приняли участие сотрудники полиции, члены общественного совета, представители органов системы профилактики городской администрации. В списке так называемых тусовочных мест подростков, помимо кафе и баров, также оказались скверы, дворы и подъезды жилых домов. Родители, допустившие нахождение несовершеннолетних детей в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте в возрасте до 16 лет, несут административную ответственность, предусмотренную статьей 20.22 Кодекса об административных правонарушениях. Штраф составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Несовершеннолетние, достигшие возраста привлечения к административной ответственности, то есть 16 лет, несут ее сами. Максимальный штраф за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, равно распитию алкоголя, составляет 1,5 тысячи рублей. Материалы об административном правонарушении направляются в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия решения. После этого подросток в обязательном порядке ставится на учет. Не удастся избежать наказания тем, кто продает алкоголь несовершеннолетним. По всем выявленным фактам в настоящее время проводится проверка. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Дежурная часть, Саратов.